Так, пожилой теке, оборудку можно поставить на него. Боновую, конечно же, боновую оборудку надо поставить на него. Здесь нельзя. Так, боновое оборудование, значит, 42 километра. Боновая турбина, я считаю, ему нужна. Вот, боновая турбина. Анигири пожилые. Пожилые анигири. Пожилые анигири. Носки, ёпта. Пожилые носки. Вот, пожилая голдан. На пожилом теке. Ребят, бот не кидает. Аня кинула. Ну и сколько ботов? Ботов вообще, Аня, вот. А, так все боты. Не... Подожди, а почему он не собрал 15 на 15, да, ботов? Почему он 15 на 15 ботов не собрал? Он получается, ну вот, чел реальный, я реальный. Возможно, вот этот реальный, да? Здесь раз, два, три реальных. А почему 15 на 15 ботов не собрал? Почему так мало? Почему так мало? Странно. Сейчас на боновой турбине все сделаем. На боновой турбине поплыл. Так это имба. Почему он 15 на 15 не собрал? Даже ботов не хватает. Такой спрос на вторые левела, что ботов не хватает. Бат-Т2, ебаный. На 40 плюх. Пошел-ка он нахуй. Но мы ему БКшечку сломали. Куда ты звонишь? Спасибо. Мама, я в истории. Рэп взял так и тик-так и едет с верой в то, Да. что снаряды не падают в землю. Да. Почти фраг сделал, но украли. Но украли фраг. Но там вон хаго есть. А таки это имба отсвоится быстро. Не попал. А, гуслю как сбить танку. Куда ты звонишь? Сыграй по-братски на ВЗ-176. Спасибо большое. Тот танк, пожалуйста. Спасибо большое. Братан, это еще не стрим танков на заказ. Там просто охуевшую сумму закинули, но я как донище последнее продался. Вот. Но стримы с танками, вернее, стрим, где можно будет заказать танк, будут. Но не сегодня. Но не сегодня. А на БЗ можешь стримы глянуть, там три отметки мы брали. Хорошо делали. Куда ты звонишь? Как же изменился танк и Блиц прелести. Вот так. Так, там этот покемон едет пожилой. А мы разъебались. О! А, он отвернулся и уехал просто. Искусственный интеллект как танкистов. Ух ты, что-то сообразил. Развернулся и нагрел. Вот так. Сейчас мастера дадут, ёпта, пожилого. 4-0, победа наша. Ну, на боновой турбине-то, а ты без боновой турбины попробуй. Так он реально 47 едет? Я думал, ну, просто песочное дерьмо, оно обычно не передвигается. Блять, ну сводочка, конечно, ой, блядь. А почему я его не пробиваю в башню? А почему я не попадаю ему в башню? Попадаю. А теперь не попадаю. Киберспортивная игра. Теперь попадаю, он вообще перестал стрелять. Нагнули. С мастера, да. Броня не пробита. Тут гуслю, походу, нереально сбить. О, не сбил. 5-1, размочили счет. 5-2. Что-то хп-то мало тает как-то. Я сейчас на бутылку пасает. Так это мастер был, ёб твою мать. Нормально наяриваем. Играй гармонь. Че, на фугасах? Он больно бьет. Успел на бутылочку дать. Нормально, полторашечка. Больше, чем у танкистов на десятках. Да как дать дамаг-то? Да ёп. Ну и он спрятался. Хитрец. Ну кто меня толкнул? Все, победа наша. Не, ну это мастер однозначно будет. Бой шел дольше, чем на десятках. С ботами 7 на 7. Бой шел дольше, чем с этими. С десятыми левелами.
Вон, вся грудь в орденах. Просто вся грудь в орденах. Я теперь понял, почему он на таке играл. Таке это имба. Вот, в хранилище добавил. Видали? Вот так вот. Вот вам все такие.